Покажи ему мэр в игре. Вот, пожалуйста, братан, видишь, все ранги, все титаны. Ты думаешь, какой-то фотошоп или что? Нет, вот я навожусь, тоже ранг титан. Высочайший ритик, высочайший скилл в этой игре. Бам, и я рандомлю, понимаешь? И иду на мид. Поехали. Легкая каточка пошла. Алхимика, эта штука уже нами опробированная, отработанная. Сюда ему мэрчики, пожалуйста. Спасибо. Ух, ускарчик. Вау, вау, вау. Парень плюс 4 утяжелителя, да? Геймплей процесс пошел. Может 250 золота взять? Ничего не изменит особо. Привет. Как круто, что есть YouTube. Где не нужно заставлять Тяжко. Себя слушать музыку, Тяжко. Которая тебе не нравится. Представь, ты пришел в ресторан, а тебя заставляет есть то, чего ты не ешь. Так же и с музыкой. Спасибо за 200, спасибо за поддержку. Не знаю, я когда иду в ресторан и ем какую-то еду, на фоне играет музыка, и не всегда я ее выбираю. Точнее, никогда я ее не выбираю. Ну, как бы, просто кто-то умеет легко к этому относиться, кто-то нет. Но за 200-шки спасибо. Да ты, что ли, мне страйк кинул за авторские права? Признавайся. Так. Ситуация следующая, ребят. Ситуация непростая. Мы стоим против Ускара в миде. На алхимике. Рунки возьмем. Будет непросто. Очень даже будет сложно выбросить в него колбу, например. Мне надо, чтобы бросить в него колбу, стоять далеко от него, и ночью он даст мне сайлент с первым скиллом, и я просто сам взорвусь. Это позитивчик алхим. Понимаешь? Там Ускар будет против себя. Я думаю, это легкое. Это легкое будет. Опа. От хука увернулся. Врешь, не возьмешь, не поймаешь. Друзья, запустил новый розыгрыш специально для вас. Это суперприз в виде молота на Вайдаум. Даже у меня такого нету, стоит 25 тысяч рублей, чтобы купол красивый был. 20 аркан, 200 тысяч фрибетов. Все, что нужно сделать для этого, перейти по ссылочке в описании, либо QR-код у вас на экране. И, собственно, зафоловиться на TravoBet, нажать кнопку «Улучшаем комьюнити». А чтобы точно улучшать комьюнити, не забывайте быть добрыми и вежливыми. Участвуйте. Мур, Тимур, Саша. Сразу видно, что в чате новички. Не понимают, что у величайшего 12к. Спасибо, спасибо, Алиночка, большое за 200, спасибо за поддержку. Да, ты можешь просто, ребята, руфлят. Думаю, тут и так всем понятно, что умер высочайший на трансляции. Серхио. И вопросов-то ни у кого нормальных ребят не должно быть. Серхио просто прикалывается. Сори, но он мог уйти там еще первый дикей. Близко к сердцу не воспринимаем, правильно? Ну и чё, это все началось с нулевой, поехали, так сказать. Две взяли, ФБ есть, нормально. Нормально, нормально. А чё, как стоять? Есть пара вопросов, ребята, к процессу стояния на этой линии, так сказать. Пара вопросов имеется. Начинаем реакцию. Пошел процесс, ребята. Пошел геймплей. Давай, иди сюда. Через лужу могу выгонять его, в принципе. Давай, 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 за мной в лужу, а? Давай, 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 за мной в лужу, а? Кто смеет нарушать мою концентрацию? А если я еще колбочку в тебя расчехлю? Что скажешь вообще? Понятно. Стоим, играем. 1x2 против Ускара на алхимике, как вам? Геймплей нормально? 1x2 просто стою, офигеть не стать. Обычно ребята приходят меня гангать, какой-нибудь стан там кинуть. Здесь парни даже не парятся. Просто санстрайк кидает на инвокере и все. Как он вообще мог попасть хотя бы в теории, вы понимаете? Я вообще в шоке. Как кумбекать, ребята? Как кумбекать? Есть идеи? Меня даже мой ренжевик крипов забирает.
Офигеть не встать. Офигеть не встать. Танстрайк! Андрей. Как скажешь. Проблема в том, что я не смогу это забрать потом. Ну, Танстрайк он жестко паркает. Я, конечно, стакну, но я не заберу это потом, если что. Просто держу в курсе. У меня просто нет сценария, как я это забираю. Понимаете? Как играть-то? А что я должен сделать? Здравствуйте. А чё? И чё? И куда? Морфлинг, инвокер. Поехали вот на этого. Я сейчас колбу заряжу со смока. Я не могу стоять в центре. Давай. Все равно. За всю боль, черт! Туда тебя, понял? Медовый алхимик на ганге. Отдыхать. Батя в здании. Инвокер в таверне, быстренько. Меня не сломить, ребят. Я машина, понимаете? Я просто машина. Меня невозможно сломить по морали. Как бы ни было тяжело, я справлюсь. Лужу мимо кинул, кстати, чуть-чуть. Промазал. Бывает. Одного заберу и выйду. Легко и просто. Сделаем. Чё, на Хускаре скучно стоять одному? А вот не буду с тобой стоять. Потому что один на один не умеешь. Все время дружка на помощь зовешь. Раз на раз я бы тебя вообще отпинал. Ну вот эти вот санстрайки от твоего товарища, сам понимаешь. Чё, повторим? Попробовать можно. Поехали. Повторим. Выхожу. Заряжаю. В этого работа? Нет? Опа, ротация. Пятого уровня. Я знал, что так будет, кстати. Ну просто у меня ресурсов мало, мне выгоднее умереть и типа с базы прилететь. Я Хускара тэпку зафорсил. Все, пусть отдыхает. Переигран, просто переигран. Кто ты теперь без телепорта, правильно? Капли. Дабл крипа закачал. Ой-ой-ой-ой-ой, как вкусно. Зря они меня так отпускают, ребята. Я же камбекну. Я же потом раздам, нереально. Меня просто. На отводиках чисто. Забираем. Next wave отвод сделаю аккуратно. Я не могу выходить. Он варды сломал. Только что. Какой-то инвиз мог взять в теории. Соло. Ну, идем, начальник. Андрей, санстрайк! Давай, где ты? Где ты, черт, со своим санстрайком? Я тебя фиксирую. Попробуй только навестись. Руна виздом. Может, у них заберу сейчас. Изи левел. Поехали. Вашу центральную башню атакуют. Пока все под контролем, ребята. Чувствую себя в ударе. Чувствую себя в лютой зоне. Че, наверное, Нанско Кокшен себе возьму, да? Он Кокшен пойдет. Парни, смотрите. Я ТП КД, брат. Смогу, по идее. Я подстоплю с собой, убегай. Не-не, нормально, я выбегаю.
Зафармил. У него вар где-то глубокий. Вы поняли, да? Он меня отсюда увидел. То есть у него вижен, что ты из разряда за моей вышкой. Качается нормально. Да это легкая, легкая, ребят. Я уже почти камбэкнул. Давай, давай. Все нормально. Можем в топе убить кого-то, хотим? Я на ноге буду бежать. Руну чекнем. Не даю ему пушить, видите, заставляю динамить каждого крипа, который сюда приходит. Вашу центральную башню коктейля не желаете? Развел на прыжок. Выжил. Вы понимаете? Я еще и вышку задефал. Я еще и на ульту развел типа. Это вообще грязь нереальная пока что происходит. Продолжаем жестко камбэкать. У меня, кстати, уже 500 золота накопилось. Пока суть до дела, как говорится, да. Ловыхата мутится. Фармит, сори. Че, наваляем мы его? Мы кого-то не убьем. Да ты че, че он нам сделает еще? Каунт? Нету? Нету. Все, тогда чилим пока. Есть, есть. Появился. Ну, смотри, он сейчас может забатиться на меня, я байчу. Он вот здесь. Морфа, о, хорош. Могу голхим, давай, да. Бегу, бегу. Босин Прайм, работаем. Пар... Не успею, не успею. А я живу. Будет через 2 секунды. Я добил. Угу. Пососешь чуть-чуть? Чуть-чуть можно. Хорошо. Это моя команда, ребята. Я еще доту запускал. Сейчас я проверю. Да, иконка доты, по крайней мере, показывается. Он здесь где-то вижен поставит на хускаре. Он пошел туда. Окей, сейчас ману тебя залью. А? Я уже на разгоне, ребят. Так и ездит-то? Ня. Это правильно. А то необъективная статистика получается. Ой, да, хускарыч здесь, аккуратно. И пьял. А, когда? Ё-моё. Чё, парни, до конца? Брат, я бегу, но мне кажется, там без шансов. Бывает. 0% хп. Вы без меня его не убиваете, парни. Надо этот, все вместе. Брумхендл из него? Ну давай. Алхимия не терпит спешки. Ой, хорош, хорош, можем Алхи этого запинать, да? Давай. Надо жать только Бристилбека. Подождем нашего типчика и ворвемся. Ты можешь подмить просто идти.
Надеюсь, это будет. Вашу нижнюю башню атакуют. Меня очень хочет. Начинаем реакцию. Вашу нижнюю башню атакуют. Как скажешь, начальник. А что, халява какая-то или что? Иду, иду. ПМ есть, блинка нету, окей. Че, на кого, на морфа? Будто на морфа смысла на нем. Тевых вижу нет. Только в хитром каком-то. Я бегу, бегу. Наш. Нет, не наш. Давай, давай, парни, лупите их. Сейчас спина откатится у Брисла, сейчас спина откатится у Брисла. Пошел, 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 пошел! Туда, да, герой кинул. Сзади, 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 хусик, сзади, хусик. Сзади, 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 его, его, его. А. Убей. Yes. Так, что-то нам не хватило, да, короче? Вот. Надо бэмом против хусика, ребята. Ой, сейчас руны еще наши заберут. Умру, но возьму. Море кислоты прямо в окошко! Понял я. Начальник, ты что, похудел? Вашу нижнюю... Так, это я не хочу брать. Взорвемся. Ну сейчас можно драться или нет? Ваша нижняя башня разрушена. Хотя ульты нету. Так, так, так. Курьер сил тьмы был убит. Да как они мою курицу там нашли, да ёпарас-то? Ни в какие ворота не лезет. Ай, это ПКД. Ой-ой-ой. Парни, надо всем на хусика нападать. Типа, либо всем на хусика всеми кнопками, либо никак. А только так, у них подсейва нет, поэтому надо на хусика всеми кнопками. Типа, если вы на что-то нажали на андайнга уже, вы не идете за хускаром, вы его отпускаете. Вашу верхнюю башню. У нас очень сильный бристлбэк, давайте это реализуйте. Ну, нажмите смоки, выйдите на хускара-то одного. У него нет БКБ-ки до сих пор. Как будто надо немного координации, да, добавить? Что-то ребята теряются. Двигай! У меня смоки есть, можем выйти. Опа. Застанил, парни. Вопрос, по скиллу. Поехали. Хорошо, вот-вот и все, ребята. Все, а когда все кнопки потратили, можно уже выходить и не драться дальше. Бэк-бэк-бэк, уйди. Нормально, нам главное хускару убивать, остальным пофиг. Ты можешь уже доделать, наверное, урчи, ты же начал покупать, и нет, как будто так перекрыть. Идут на тебя. Как будто Бладмейл нужен. Можем вот тут вот. Ты только не споткнись. Надо опять же в тех. Мне уже немного осталось.
Фарми, фарми вот этих мелких. Ага. Не, морфа не тянем, ребята, там перекачка, все дела, его никак. Не пытайтесь на него тратить кнопки. Убивайте доступные цели. Лучше синицы в руках, парни, помните. Чё бы я тут взял дальше, интересно? Спешили старые или скип тычки какой-то первый? Рио, Рио, Андайн вот здесь. Надо не в него только кнопки нажать как-то, а в нормальный таргет. Давай, саты возьмем. Ищите хусика, он зажался сейчас. Да не-не, это не то, что мы можем. Ускар, вон. Вот этого можем, вот это наш. Давай, ёжик. Детекшена нету, что ли? Ёшкин дрын, ребята. Ускар. Парни, надо детекшен. Не понял, а где он? А почему мы его не видим? А, он нажал этот, чтобы не делиться обзором. Так ты его убьешь, не? Да, да, нажми, нашел бы скилл. Ого. Уникальная ситуация, но не хватило. Капец, там инвокер, да? Богатый парень. Нужен детекшн и только хускара. И потом уходить. Мы ни на кого больше не хватает. Там еще легионка, ёпарасоте, да? Укрепили свои сооружения. Это по твоей части. Вашу верхнюю башню атакуют. Не пинайся. Руна мудрости. Ну-ка, дай-ка. Рошан убит силами света. Руну мудрости возьмите наш, ребятки. Едкая штука. Нижняя башня противника. Бункер. И сюда, чертяка. Зажимай нос. До свидания. Понеслась. Надо сплит пушить максимально. Сейчас они пока пушить будут нас этот. Мы не можем дефаться, я думаю. Против Aegis. Да видите линии противоположные. Можете четвером это делать, чтобы от легионки не отъезжал орк, который фармит. Или просто распределиться. Куна за одним, оракл за другим. Я буду леса качать. Ждем пока это сам. Ой, я бы взял вот эту руну. Блин, там лего. Ну они вдвоем тут. Они вдвоем, ребята. Там и есть, да, да, но я могу. Нет, парни, давайте, я лечу. Парни, го. У меня еще морф, у меня двое, я стянул. Не, так у нас... Ну ладно, я живу. Кайф, кайф.
Уважаемо. Вот так вот надо, короче, ребят, сплитуем просто по максимуму. Поехали. Давай, я там двоих стянул. Морфайн Вок. Хорош, хорош. Ты вышку чуть не снес, я видел. Хочет меня, смотрите. Он один все еще. Можем Аегис выбить на халяву. Я его застанил тоже. А, изи. Все, не без Аегиса, вообще с кайфом. Парни, у меня мог пролететь. Шарт не хотим забрать. А можем, да. Под ежиком быстро должны забирать. Ой, бабки еще сверху сыпануло. Какая красота, ребята. Два крипа у меня забрал. Я дальше, знаете, что куплю себе? Травала. Ой-ой-ой. Хорошо, ребята. Несколько минут. А что он себе позволяет? Морфа видим. Вашу верхнюю башню атакуют. Дододжил стан, отлично. Дододжил стан, отлично. По макро растягиваем, когда они в меньшинстве наказываем, ребят, поехали. Снова в инвизе, аккуратно. Так. Потише, не то все расписка. Чуть дальше. Я не пачку заберу. Давай. Уже все. Я бы сюда подвышел куда-нибудь. Там Т1 даже у них стоит. В топе легионка соло, если легионка осталась, в топе кого-то ловить. Пошел. Павки делаются, ребята, лаваха крутится, мутится. Сейчас они у меня получат. Потише, не то все расплескаю. Почти тревела. Тревела готовы. Дальше надо подумать хорошенько, что купить. Ваша нижняя башня разрушена. Опять мне руки морать. Сделаем. Армор давай в этих противников. Идет хорошо. Лего одна играет, давайте Легу накажем. Давай. Блинк, наверное, хочу. Хотя против Хусика, может Сильверок взять себе, да? Хусик, это вкусно будет. Давай. Бегу хилить, нет, не успел. Андайнг. Зачильтесь. Распушиваем другую линию теперь. Я пойду. Эй, полегче.
Я силер куплю сейчас на хусика. Сюда вардик. У меня нет, и курица умерла. Кару Кираса прилетит сейчас. Вашу верхнюю башню атакуют. Иду, иду. Если мы впятером в позиции на хайграунде, они не смогут зайти. Ваша верхняя башня разрушена. Лего в бот стянулось. Ладно. Вот это по твоей части. Да, инвока нет. Надо убивать. Изи, изи. Найс. Легкий для нас оказался на Хускаре. Синвиза зарешала. Хороший билд делал. Смоки ножи. Все, выкачиваем. Ребят, вы Нетрос видите? Я догоняю, целевой, мне 2000 осталось. Было 4, когда я смотрел последний раз. Минут 10 надо. Идет прожарочка на скилле. Не без хусика, но, блин, я не знаю, ребята, как будто все равно опасненько, нет? Без манты, мол. Я подбегаю. Парни, надо одиночек, не надо. То, что даже похоже на тимфайт, нам тоже не надо. Окей. Линии толкаем все максимально, кайфуем вообще. Хорошо, пойдут в боте, скорее всего. Опускай. Он без БКБ, надо его еще раз сейчас хлопнуть. Сразу, это хорошая сразу, идея. Туда. Он пойдет в портал на Рошу. Ой-ой-ой. Не-не-не, вас ловят, выйти, ребят. Ловушка. Они стакнут, они на него байтят теперь. Морф улетел в бот, а не нарушил. Один. Вот этот да, скорее всего, да. Вот этот один. Досты. Убить я пускал. Марфа. Досты. Детекшн. Пинаю. За всю бой! Сюда его. Good fight. Можем сами под Рошана выбрать, я ребята. Я дам, у меня есть ульта. Да, можем сами под Рошу. Но они сейчас возродятся уже, правда. Она с ДД аккуратно. Так он не работает же в дуэли, нет, по-моему? А, там нулифайр, там нулифайр. Не, он же не восприимчив, у него аганим. Он не восприимчив. Все нормально, это не контрится. Ну, нулик я видел, да, вот аганим не видел. Хусика надо ловить дальше. Хороший фраг. Что дальше купим, ребята? Гуд.
Что, они нарочно пойдут, нет? А должны вроде. Он встал. Ладно, ладно. Мы что, не в смоках? Скажешь, начальник. Я думаю, мы не можем. А, подожди, это настоящий меня. Они Рошана не забираются. Давай, давай, делай, делай. А, на Рошана, на Рошана. Там соломорф, там соломорф. Она без дуэли, если что. Лего без дуэли. Я забрал, забрал, забрал у них, ребята. Хорош. Какой же скилл? Какой же просто запредельный, невероятный скилл, ребята, я не знаю. Работаем. Не тряси, а то взорвемся. Море кислоты прямо по курсу. Верхняя башня противника разрушена. На будущее ставим. Выйти, не, они сейчас тэпнутся всем. Да, да, нормально. А что, может задержим? Морф без тэпа играть еще. Ребят. Да без меня, у меня ульты нет. Они без Хускара, он один там. Там мой. Смотри, 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 что я делаю, смотри, что я делаю. А, готов? Да. И с ультой? 5 секунд. Я готов, если что. Морф и Андай. Эх, анлак. Что-то понял, что-то понял. Сейчас ты получишь. Сейчас иллюзия. Там, если что, нет, виллер. Настоящий. Изи, изи. А вот дальше уже люди, надо подвыйти. Красоты раздаем нереально, ребята. Так. Торментора можем забрать. Надо подумать, чего я хочу вообще. Вообще это у них Аегис, ребята, они должны что-то делать, мы чилим. Согласен. Мне какой-то плотности хочется, ребята. Gonna make the freeze. Наверное, бисл хочу взять. Живет. Парни, плохой файт. Не на хайграунде. На лоу-граунде против Аегиса не надо. Чил, 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 чил. От хайграунда играем против Аегиса. Предпушим. Дуэль КД?
хз в меня вроде не нажимал. Да, не нажимал. Парни, 15 секунд, не торопитесь. Да-да-да, глиф еще есть. Там Аегис, там Аегис. Убить Скарчика. У меня не было, еще кто верный был. Че, меня видно, что ли? Нормально, нормально, дефаемся, дефаемся. Без кусика уже не пойду дальше, наверное. Можно зачилиться чуть-чуть. Видали, я просто отпинал? Ну, у меня есть. Просто отпинал типчика. А, кадарес, окей. Керас в этот собирает, да? Чем, может, там не шивы сделать? У нее еще БКБ дополнительно. Ребят, мы Аегис отдефали, как бы все чилируем. Пускай. Чуть повижно расставится, и потом уже можно. Это рил. У меня уже есть миссы, возьмем вот так. Дал вижу, дал вижу. Кайф, кайф, ребята. Можете пушить, я на дровах пролечу еще. Пойду бот оттолкаю. Не уверен насчет шивы, я еще думаю. Аккуратно. Может, кинсферу взять себе и ничего не бояться? У нас есть скади на спектре же, да? Да. Мой дружок хочет с тобой потолковать. Так правильнее. Пойдем, пойдем, они без варфана, надо идти. Погнали, ребят. Вот здесь он дай. Домой. Сзади, сзади, легионка. Все нормально, не пошла. Нейтрал, а, нейтрал убил этого типа. Кайф. Погнали на хайграунд, ребята. Стал раскидать хукло всякое. Кайф, кайф, кайф. Подвойте, пушить дальше нечего. Вы чувствуете, как вытаскивается невытаскиваемо? Парни, 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 парни. Мор здесь был. Они все сюда. Я найду его. Он здесь будет. Не нашли, все, можно выйти. Или что? Домой. Просто обисал с инвиза, ему сандрахнул. Пусть я отдефую топ. Рано упал. Давай. Упала.
Че, по боту? Да, да, вышку просто заберите. Тра, секунда до хаунта. Можно под нее посетапить. А, это что такое? Там боец с торментором сражается. Не, за это точно тип. Ты готов на спектре, смотри. Ой. Баш. Готов. А чё, не знаю, успеем в трон, нет? Как будто с моим первым может успеем. Поехали, я лечу. Го, я сейчас приду. Не, баннер еще есть, сейчас баннер воткну. Мана для лохов. Че на морфе? Скилл! Это победа, ребята! Как вы это выиграли? Легкая, ребята. Скилл даблил. Вы помните начало этой катки? Вы помните, как это начиналось? Просто я второй уровень, Хускар пятый, я крипам даже подойти не могу. Но меня не сломить. Стрессоустойчивость, уровень максимум, понимаешь? Просто пошел, погангал боковые линии на алхимике. Тихонечко дошел до радиантика. Жестко. 12 тысяч на месте. Вау. Вот это камбэк. 10-я минута, я 2400. Я беднее, чем Oracle просто. Я 2400. Хускар 4600. Но я не сломился. Я пошел. Я постоянно участвовал в драках. Я выфармил. Я набрал шмотки. Я закупился правильно. Я сплитпушил. Я растягивал их по карте. Делал так, что мы были в большинстве. И пикофали. А дальше уже все. Победа. Вау. Не, ну это уважаемо. Молодцы ребята. Противникам спасибо за контент. Инвокеру дизлайк за станстрайки. Задушил, чертил. Это же я ладно против Хускара выстоял. У меня станстрайки кидал. Для тех, кто только подошел, я дважды в миде умер не от Хускара, а потому что четверка инвокера меня станстрайком добивал. Черт.